Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Таксикул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб, и мы стартуем. Ready, steady, go! Погнали! Так, ну что, ребятушки, заводим наш Daewoo Lexus. О, четенько. За бортом у нас плюс 14 сегодня. Ребятки, давайте покормим наших черепашек, черепаховичи на связи. Полную горсть вкусняшек, ребятки. От Запорожья вам прислали вот такой корм. Приятного аппетита, черепаховичи, тортилусы. Мне кажется, что черепашки, наверное, живут дольше, чем люди на этой планете. Напишите в комментариях, кто в курсе. Топчут. Ля, охота открыта. Уже, конечно, готовятся они к зиме. Чувствуют похолодание, у них потом спячка. Да, мульдочка? Кто тут встречал? Спал прямо возле порожка, да, Зевсуль? Ждал, пока Саша выйдет. Ой, ты маленький, зевал ты. Ты зевал. Да, ой, ты хороший. Мой ты малыш. Мой ты помощник, любимый. Зевсунька. Сегодня чуть-чуть теплище, да, Зевс? Погнали, машины ковырять. Ребят, так работал, так фигачил, что посмотрите, какая машина. Не знаю, чуть-чуть надо будет ее как-то протереть. Газовщику собрался ехать, чтобы он пострел газ. Так, ребятки, шурую, выехал потихоньку, помаленьку. Такая обстановочка. Шурую, газовщику еду, чтобы включался на Ланасе газ. Хай посмотрит, что там за ерунда. Такая обстановочка на сегодняшний день. Уже печечку надо включать. Окна потеют. Эти. Ходовочку надо еще подделать тоже, чтобы было все четенько вообще. Люблю, когда все отремонтировано. О, и тут Тесла. Пол Теслы поехала, видели? Дверей даже не мог. Видимо, я люблю, но не все так любят, чтобы было все отремонтировано, да, ребят? Так, это ж свет надо включить, да? Надо включить свет. А то ж происходит жесть. Сейчас темно, без света ничего не видно. Сапедистка шурует. Видите, с торбочкой где-то собралась. Булки качает. И мы с вами, да? Шуруем потихонечку. Потихоньку, поманеньку. Тут вы давно не были. Точнее, мы тут, наверное, вообще ни разу с вами не ездили, да? Да, ребят? Посмотрите заодно, как обстановка здесь. Мы сегодня будем по-хитрому ехать, так что сократить дорогу максимально. Максимально сохранить. Сократить. Не буду писать, где я еду, и говорить, ребят. Кто местный, тот догадается. Мощный тут не догадается. Трактор эти шуруют, видали? На чили, на расслабончике шуруют. О, металлолом принимается. Все как положено. Так, главная дорога у нас тут, перекресток, как всегда. Опа, чувак, что-то уже нарыл, видели? С кущей счастливый вылез. Вылез счастливый с кущарей. Можно было еще дорогу сократить, но... Да ладно уже. Заговорился с вами. Заговорился с вами. Затрынделся. Ланос, коробка-автомат.
четвертой передачи стартуем со светофора. Вот что значит 1.6. Ребят. Вот тут я когда-то ездил, когда на права сдавал. На газоне шуровал. Без гидроча. На девятке, на восьмерке, по-моему, ездил. На восьмерке. Красная восьмерка. Нормальная такая тачка, я должен сказать. Любимый мой Ланос. Еду и кайфую просто от этой машины. Хоть бывает, что-то и ломается. Ну, что ты. Она работяжка. Работает. И по сравнению с другими машинами это не ломается. Была у меня девятка. Это кошмар, ребят. Я ее чинил больше, чем ездил на ней. Такая обстановочка на сегодняшний день. Поворот налево. Справа подглядываю. Нема никто. Родные края. Интересно, у меня есть телезрители отсюда, ребят. Тут где-то чележачи, чьи ямки были. Родные края, родные пенаты. Тут заказики, конечно, редко были раньше. Такси. Стоят, все потихоньку, поманеньку. Да, ходовка почти не стукает. Таксист что-то тут. Видали? Носик пудрил, наверное. Лада седан. У него, да? Баклажан. У него не баклажан, у него просто серая, чем белая. Красотинушка. А что тут бэхоробы в потемках? Котяра. Котяра. Опа. С вами направо. Ой, а тут дороги нема, да, ребят? Тут не обещали дорогу. Ого. Ого-го. Тут, как всегда, прабла. Сейчас проскакиваем. И в гараже. Ого-го. Европейская. О, так. Оп. Пропрыгали. О, красавчики мы с вами, да? Шуруем потихонечку. Короче, шурую, ребятки, потихонечку. Сейчас охрану, главное, проехали. Главную охрану. Что от машин пооставалось? Видите, номера свежие. Жесть. Ребятки, шурую обратно. Потихонечку. С газом еще не разобрались. Ну, разберемся, я думаю. Еще подъеду. Такая обстановка. Возвращаюсь обратно уже, ребят. Такая обстановочка, конечно. Подрастроился я, но ничего, я думаю, починится газ. Будет все чики-брики. Будет все отличненько. Подъезжаю вот к пролету. Кто местный тут в курсе? Вот тут, где справа машинки стоят. Я когда на права сдавал, что я вам на стриме рассказывал. Гребся я в снегу здесь. Вот туда заехал. На газоне и буксовал. То есть снега было просто нереальное количество. Тогда зима такая была снежная. Такие, ребят, пережечки. Воспоминания. Нахлынули воспоминания. Посад. Раньше, по-моему, когда-то Дигма тут была, да? Че, что тут было? Так. Тут, как всегда, светофор и лужа перед светофором, да, ребят? Что это тут такое? Строительный магазин. Нифига себе. Дубашу потихонечку.
номера вообще еще старые, да? На девятке. Че восьмерка, что она такое? Не видать. Восьмерка. Еще тех времен номера. Саня видеорегистратор. Такой телепается, конечно. Ой, а сзади там гонщики думают обогнать. Да обгоняй, елки-палки. Мы едем потихонечку, мы нигде не спешим. Дубайс 240. Вот видите, свет среди бела дня. Nissan Juke. Свет среди белого дня. Нас покатается потихонечку, да, ребят? Зеленый гай. Такая атмосферка. Агирочка, давайте я покормим. Тушеночки. Так, ребятки, всем привет поближе. Значит, по обстановке в городе Харькове. Вкратце, ребят, тревоги есть, и даже всех предупреждают, чтобы не игнорировали ни в коем случае тревоги, что если тревога, значит, надо соблюдать правила двух стен, как минимум, либо же опускаться в убежище, либо же в погреба. Дальше, что хотел вам сказать, ребят. Значит, Багира, у нее начала выпадать шерсть. Начала выпадать шерсть на ляжках, на пузике. Походил я, значит, сегодня был на рынке, пообщался там с теми, кто продает корма, с ветеринарами, сказали, что, скорее всего, нужно ей покупать витаминки различные, так как тоже уже возраст, кошка не молодая и так далее и тому подобное. Плюс это могут быть какие-то там клещи, не только клещи, стригущие какие-то там. В общем, кучу всяких там блохозявров может быть. В общем, сейчас покупаю ей витамины в надежде на то, что это поможет. Плюсом ко всему поломался наш Deo Lexus, ребят. Нужно чинить газ. Уже узнавал я, созванивался с газовщиком. Тоже надо съездить. Мап-сенсор, скорее всего, надо менять. И еще там что-то. В общем, ребят, нужна ваша помощь, кто сколько сможет помочь финансово, Приват, Монобанк, в закрепленном комментарии и под видео. В описании этого видео, в описании канала. Мои карточки, у кого есть желание и возможность помочь, всем буду превелико благодарен, ребят. Всем спасибо, кто смотрит меня. Держимся, ребят. Держимся. Ситуация не особо простая. В городе Харькове бывают тоже прилеты. Да и плюсом ко всему, в Купянске тоже очень неспокойно там, ребят. Надеюсь, с вами все в порядке и вы держитесь. Всех обнял. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.